Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Мэтт Мёд. Мы играем опять в Макс Пиксель, И сюда нам ход закрыт до сих пор. Проходим второй раунд. Первый раунд, наконец-то мы прошли, раунд 2 теперь. Окей, поехали. На бракосочетание. Я предлагаю ему просто поджечь эту книжку. Нет? Ну тогда девушку. Превратили в жабу и все. Жаба съела бомбу, кстати. И жаба взорвалась. Так, дальше идем на заправке. Так, мы что-то тут взорвали все к чертям. Дальше мы находимся на метеорологической станции. Все взорвали к чертям. Находимся на какой-то постановке. Домкрат засунули в рот и растянули ей голову очень-очень-очень высоко. О, сумо, но не тут-то было. Он нас засунул в покебол. Да, ларек. Есть водный пистолет, по-моему. Нет, не водный. Идем дальше. Есть тут вот такой вот мужчина. Ему можно по яйцам, он нам хорошенько заехал. Затем включили солнце. Есть свет, нет света, есть свет. Нет света, есть, нет. Бам. Затем мы просто подходим и забираем у нее бомбу. Нет, пинаем по яйцам, бомба летит в старика, и старик сжирает ее и взрывается. Есть, и пернул нам огненной отрыжкой. Зато мы спасли. Спасли всех. Сумо. Угу. Я предлагаю взять бомбу. Не тут-то было, он просто жутко пернул. Так, маркет. Просто старика задушим нахер и все. Сдохни, старый. Здесь, наверное, что-то вот тут надо сделать, да? Такая машина маленькая. Бам. Теперь это солнышко. А это солнышко в женщину. Мы загорели. Бам. Если вот так. Нет разницы. Так, а если мы сделаем теперь вот так вот уже. Ну, конечно, я напился воды и обоссал ему ногу. Так, дальше. Ну вот какая-то фигня, да? Затушили эту фигню. И это был фитиль, видимо. Из-за него взрывалось все. Так, значит, что тут еще есть? Вот еще есть вот такое облачко. Держи, кушай. Приятного аппетита тебе. Мы просто подойдем и с ним попытаемся побороться. Нет, у нас это не вышло. У него живот и титьки больше, чем у нас. Так, что тебе еще? Давай грозу я тебя покормлю. Нет, не получилось. Не рой другому яму, сам туда попадешь. Теперь. Что тут еще есть? Да, блин, мы даже пройти туда не можем. А теперь изольется на тебя дождик. Так. Что ж нам-то сделать еще? Даже не знаю, блин. Твою мать. Ага. Что-то тут, наверное, да, будет? Даже не знаю, может где-то еще активная зона есть. Потому что, ну, по сути, больше нечего делать. Может ему в жопу засунуть этот шар? Нет, не получается. А здесь вот попробуем вот это облачко теперь сюда. Ну, как вариант. И что нам тут делать?
Блин, он на автомате пердит. Так, теперь солнышко уже вот сюда засовываем. Да, подпалили себе все лицо. Да, что-то не получается у меня спастись. Так, теперь вот так делаем. Ой, затушили ее. Взрыва нету. Ура. А здесь я просто уже не знаю даже, что делать. Ну, не знаю, реально. Что-то, конечно, сейчас придумаем. Он на автомате, блин, пердит. Я не люблю такое. Ну что ж сделать-то можно? Не успеваю даже этот покебол принести. Блин. Дай мне, пожалуйста, бомбу, ублюдок. Ну, заткни ему жопу. Не получилось. Чёртов козёл. Я не знаю, что делать, блин. Твою мать. О, так и думал. А теперь можно вот так еще сделать, так же. На, по яйцам. И вот так. Да, неплохо. Теперь надо до золота это все пройти. На 100%. Ну, во-первых, можно так сделать. Тем не менее, все взорвалось. Во-вторых, что тут еще? Гроза есть, можно грозу сюда. Подпалили штаны себя. Так, тут мы все прошли. Здесь, ну, что-то такое можно сделать, например. Здесь, допустим, ну вот есть какая-то фигня. Тут бомба. Черт. Здесь можно вот так сделать еще. Так, также можно вот этот домкрат просто вот сюда засунуть. Вау. И свалить отсюда нахер. И сбить ее. И все взорвалось. Затем можно ну, таким образом затушить бомбу, я думаю. Нет? Ну ладно. Просто ему под жопу пнуть и поднять юбку. Тоже как вариант. И можно еще, к примеру, взять этот опять домкрат и сделать что-то. Нет, это мы делали. Здесь, допустим, можно котенка вот взять. Да. Здесь можно книжку. И наколдовать что-то тут. Ракету ему наколдовать. Так. Здесь можно еще. Клюку можно. Ну, взять можно эту херню. Давай, бери. И на старика. И в жопу ему засунуть домкрат. Так, здесь можно. Ну, что-то такое сделать. Опять котенок. С этой книгой просто. Из нее превратить в какую-то анаконду. Так, тут все прошли, остается только вот это. Я не знаю. Будем с этим пистолетиком просто все три херни вот этих. О, бонус раунд. Блин, я не знаю, что тут делать. Реально не могу понять. Да, что-то немножко непонятно. Бедная корова опять взорвалась. Так, здесь 100%, здесь 100%.
Окей.